Всем привет! Мы находимся в мастерской, где происходит второе рождение нашего медвежонка Сени. Хотим познакомить вас с нашим замечательным другом, со скульптором, который занимается непосредственно лепкой макета Сени из пластилина. Это Оля, наш скульптор. Вот. Здесь непосредственно находится сам макет нашего медвежонка. Как я и говорила ранее, он в пластилине. Работа практически уже подходит к концу. Сейчас остались самые важные моменты работы. Это передача неповторимых, уникальных черт характера нашего медвежонка. В данный момент Оля будет сейчас работать над воплощением этих черт.